В минувшие выходные на театральной площади Славянска на Кубани прошла всероссийская акция под названием «Ночь кино» в рамках объявленного в России 2016 годом кино. Организаторы подготовили для жителей и гостей города интересную программу, какую расскажут наши корреспонденты. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь мы затянем песню, как все спортсы в округе, голосами своими поддерживают нас. Это хорошо всем известная песня из советского кинофильма «Девчата». Название этой и еще десяток песен из всеми любимых фильмов из далекого прошлого отгадывали славянцы в день всероссийской акции «Ночь кино». На главной площади города прошла киновикторина под названием «У истоков кино». Одной единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли, откуда узнать, при встрече смогли. В рамках акции в этот день наградили директора кинотеатра «Кубань» Людмилу Карцеву и призвали славянцев как можно чаще посещать кинотеатры вместе с семьями и культурно обогащаться. После чего состоялся концерт под названием «Музыка кино». Славянские артисты исполняли песни из известных советских кинофильмов. Жители города оценили организацию всероссийской акции. Прекрасное мероприятие. Побольше бы таких в нашем городе, и детям нравится, мультфильм будут показывать. И для молодежи фильм будут показывать замечательный «Батальон» с участием наших актеров молодых. Идея очень хорошая, потому что приобщает как старое поколение, так и новое к нашим отечественным фильмам, дает возможность их просмотра, провести также культурно какой-то вечер всей семьей, как мы и пришли сегодня. Нам очень нравится. Это замечательная идея, что сегодня организован такой прекрасный вечер, что будут показаны фильмы. Очень здорово, что заучаствованы все возраста, и большие, и маленькие, что вечер сделан как для взрослых, так и для детишек. То есть старые песни, в то же время развлекательная программа для деток. Очень здорово, спасибо. Кинотеатр под открытым небом. Эта акция напоминает нам то, что мы потеряли – связь с российским кино. Советское время – это пора хороших, добрых, замечательных фильмов, которые демонстрировали под открытым небом. Хорошо, что эта традиция возрождается, говорит Татьяна Кудревец. Мы родом из прошлого века, можно сказать, из 20 века, когда у нас еще, мы еще помним те времена детьми, когда у нас был кинотеатр под открытым небом, это кинотеатр «Октябрь», рядом с нашей «Ласточкой». Вот. И мы детьми, родители нас брали, мы туда вот ходили, было настолько интересно. И вот то, что сейчас вот такое мероприятие, вот здесь вот на площади, куда могут люди просто вечерний вечер прийти и посмотреть вот кинотеатр на большом, вот этом вот большой кинозал, это вообще великолепно. После того, как развлекательная программа закончилась, славянцы смогли насладиться просмотром фильмов на большом экране «Легенда номер 17», «Батальон» и анимационный фильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Фильмы демонстрировали до часу ночи. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».